What is this? I've lost my mind. I'm out of reach. I can't be found. I'm neither here, but I'm not there. And it blows my mind. Здорово всем. Здоровье, Виталий. Пойду перекурю быстро, да? Давай, я канву открыл, сейчас тоже схожу и иду. Сейчас Алекс только груз хай возьмет. Хорошо, Каспер еще нет.
Я тут. Поехали, значит. Как-то босиком хуёво играться. Что, неудобно педали выжимать? Да. Какой круиз? 90, у нас тут 700 километров. Давай. Пока 70 не пускает больше. Земля твой, да? Нет. Куда ты поехал? Правильно поехал. Что, опять эта хуйня? Я же точку. Че, блин? Я же точку. Там с точкой было. Не, мы точку не ставили. Разворачивайся. Да. Как бы негде. Ты не слышал, как говорили, что без точки поедем? А я тогда не был. В ДС не был. Наверное, да. Не слышал. Давай мы потихонечку едем пока. Я думал, ты заправиться там решил, поехал. Лучше без точек до 90 спокойно ехать себе, не напрягаясь. Да, вы через Резекне поедете, да? Что-что? Через Резекне, Даугавпилс, Резекне, да? Туда поедете. Да я откуда знаю. У меня один монитор. Да, только так-то можно приехать. У вас какая сейчас дорога? Хорошая, отремонтированная. Блять, скилловый, прекрати. Ну это получается А7 что ли, или А2, плохо видно, блин. Или а это А14 какая-то. Да, 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 я вас. Вот там видите, будет спереди колонка. Я вас там, короче, встречу. Понятно. Я еду 60, жду тебя. Ну едьте там 90, я все равно так идут. Хорошо.
Во, смотри, да. Глюк исчез, блядь, поставил старые драйвера обратно, 451. Вот, сейчас никакие эти глюков нету. Это что, ты по графике говорил, да? Да. Мистика сплошная. Не, у меня стоят так самые свежие, по-моему, даже сегодня я их установил. Попросил обновления. Я бетки не ставлю, они пиздец бугованные. После беты там еще недели 2-3 подождать, тогда они более-менее стабильно работают. А что ждать? Они выпустили версию. Все, вот эта версия, пользуйтесь. А, типа уже, ну, как бы... А, понял. Они когда-то... Прямо до кольца проедем. Ну, а то я вас вижу, Таби. Вот мы кольцо уже это проехали. А ты где, сзади или спереди? Сзади. А, ну давай догоняй, тогда мы 60 поедем пока. Тут все равно сейчас это Утена, тут проезды эти, кольца всякие. Мне уже надоело по дефолту кататься, тот молодой, который что-то сперва ездил, сейчас нету, да пошло. Ну да. Надо какую-то схему придумать, кто будет, кто не будет, бля. Да, как-то тут придумал, что тут решается буквально за полчаса, может. В принципе. Все, сегодня последний день тепленький, завтра, блядь, дожди опять. У нас наоборот, завтра до 17 еще, а потом к концу недели, да, до минус одного ночью. О, бля. Охуеть. Чё-то ты не приближаешься. Тут ограничение-то было, кстати, не? А-а-а, так и мы едем 60. 60, вот, батл. Я уже сзади, вот, за городом уже. Разгоняйтесь, 90. Ты сзади поешь? Ну да. Ладно, хорошо. Буду нервировать грузина. Думаешь, я буду нервничать? Как говорится, target detected.
Как говорится, target detected. Я тебе сейчас дам target detected. Ладно, ладно. Смотри меня. Я же уже ни одного перебанил. Твоего обидчика отправили в баню. А, да? Ну, конечно. По 11 отчи до 11 апреля. Нормуль. А, да, что-то вчера видел, да? Ну, там же на канале есть у нас в чате скрины. Ладно. Хотел проверить, тут по ЖД мосту поедет или нет машина. Ха, я проверю. Давай. Ебать, да, едет. Да? Блин, класс. Грузин, снимай. Псих. Да я вижу тебя в заднице. Ты дура. Прости, не хотел. Не было куда деться уже. Идиот, это навсегда. Что бы ты как-то вылетала тут. А я, блин, по тормозам она еще в воздух висела. Не, ну... Его как бы собрать эту машину обратно уже никак, блядь, было вырулить. А ты что, на скорости влетал на мост, да? Да, ЖД? На 110. Блин, ну ты даешь. Я хотел притормозить, тихонько заехать и так поехать по мосту на машине. Не, я 110 полетел. Восемнадцатая минута, надо будет пересмотреть. Этот последний прыжок, я думаю, что он, блин, пизданусь нахуй. Или перевернусь, блин. Хуяк там такой скачок. Я по тормозам, а тормоза нету, блин. А я уже полетел. Как там Линда поживает? Нормально, как бы вчера погуляли. Где-то 2 часа, поменьше даже. Погуляли, попинали мяч с малым. Нормально. Какое-то доверие-то надо. Ну да. Главное не форсировать события тихонько. Да-да-да-да-да.
О, как поскакал Фор Алекс. Так это же сразу на 1% груз. О, а у меня на 10, бля. А нет, груз на 2, а машина на 10. У меня машина на 5, прицеп 1, груз 1. А вы меня еще в скилловом называете, да? Overpowered. Чё, блядь, серьезно, под вечер 23? Чёпенько. Это кирдык. Зато завтра будет, блядь, дождик. Все собрались? Ага. Ах, сука, тварь закрылась, блядь, перед носом. Я не успел. Я ж резко не тормозил, не газовал. Да ладно. Ж потихоньку ехал. Не, да нет, не успел. Да не, ну нормально было, я довольно близко был. Просто перед носом так чиринкс нахуй и пиздец, блядь. Блять, то же самое. Может, 3 не пропускает, только 2? О, читерство. Не надо было ждать. Нажал кнопку и сразу открылись. Welcome to Russia.
Это время, я так понимаю, в одиночке и в мультиплеере по-разному течет. Ну да. Ну, потому что, блин, я сегодня контракты возил там на Америке. Взял контракт, там 1200 миль надо было. Блин, так я время переводил один раз. То есть, ну, не хотелось ночью ехать, так я время переводил. 1200 миль. А тут мы, считай, три конвоя откатываем, только потом темнеет. Там где-то в среднем один день, ну, с утра до вечера, это, или до ночи, это где-то 3-4 часа примерно. Реального времени. Ну да, 4 часа проходит. В 6 раз, ну, получается, скорость разница. 10 минут реально, час в игре.
это вообще Discord работает? А. Ты так, тишина такая, едем все, музычка играет. Да. Сижу, блин, засыпаю. Угу. 110, у нас еще 200 км. Давайте будем 110 ехать.
Интересно, тут увидит закрытие эту конвой. Будем надеяться. Мы уже тут ехали. Да, вроде закрывал. Осмотрим потом. Ёба, народ, бля, у меня дождь начинался. Ты ж в Англии. Нет, ты где, бля? Ну все равно ты в Англии. Ну да. У вас дождь всегда обычное дело. А сейчас груз сдам, он кончится. Груз доставлен. Нет? Ох, сука. Сань, пропишись, потому что что-то тебя не видит. Чё-то оно глючит, как вчера. Это же ВТК панель. Давай новый. Хорошо. Кто ты нас повел, Фералекс, опять? Че, во Францию? Ну, Дижон, нормально? Нормально, нормально. Нормально, нормально.
французы будем. Поменьше платок. Груз зацеплен. Удачной дороги! Що, перекур?
Да, конвой открыл, давайте перекурим. Давай. Хорошо, покурим. Я тут. Я тоже тут.
О, грузин, ты читер. У тебя значки FH16 750 сил. Где? Вот. А, да, есть, есть, вижу. Так и у меня то же самое. Да, и сбоку 750. Читеры. И сбоку на дверях посмотри. Да, да, есть. Спиздили движки у вольфаков. Что, поехали? Подожди. Так, там была точка, будем ставить, нет? Или хватит на 789? О, видишь, в контру заходит этот сумрак. Обморок. Обморок, ну точно. Да, видим. Да нет, 789, в принципе, нормальный километраж, можно точку не ставить. Хорошо, поехали. Тольятти, Галактик. Пропустите, блядь, еду. Чё, блядь, черти полосатые, блядь? У меня главная она. Спасибо, что пропустил. Удачного вам пути. У вас главная дорога. Так, сука, поедем. Давай сотку среднюю держать. Давай. Я знал же, блядь, что у меня главная дорога. Байлен, я перетормозил. И пустила все равно. Ёба, народ, бля, как так, Форолекс? Не, все нормально, проехал. Коронная фразочка от Вани. Ну да.
Давайте заплатка где-то сделаем остановку. Не надо на 5-8 минут отойти. Без проблем. Охуенный маневр. Поместимся? Ой, ну как они стали-то красиво, а? Аж какие! Красавчики! Да ты крутанись, тут еще место есть одно. Ладно. Напротив. Я тут поставил.
Я на месте. Каспер, ты тут? Естественно. Поехали. О, поезд, статуэтка. Статуэтка. Это вообще называется постамент. Постамент. Ну, да, ладно, пусть будет. Статуэтка. На стол себе другую статуэтку поставишь. Нельзя такое делать. Оштрафуют. Сегодня так эти боты надоели в American Truck'е. Отключил нафиг трафик весь. Так тупят, иногда даже подрезают такие. Да? А там же без повреждений груз. Так, да. Почти то же самое, что и в мультике. Тоже же редко встречается. Хотя в Америке, так, ну, на американском сервере так чаще. Ну там как-то все адекваты. Здравые люди играют. Прикольно без руля играть, мне понравилось. На АТС-кой? Так и АТС, и АТС я подключал везде руля. Эти виртуальные. Все, сидишь перед тобой панель, спокойно все так. Все приборы ничего не закрывают. Хорошо. В этом Америке, да, пиздата, наверное. Да, там же сбоку такая целое устройство. Ну да. Температура трансмиссии, давление трансмиссии, там все подряд. О, мы тут были недавно. Где мы только не были. А, нет, или... Где-то быстро перестраивались. А, здесь нету разделительных тоннелей, видишь, там было.
Ты еще и буксует, ничего себе. Печка прогрелась, блядь, 68 градусов на видюхе. Вот это новость. Дома тепло, наверное. Ну да. Да, реально на 3 градуса. Сколько у тебя? В доме сейчас? Ну. 24 показывает. У меня 26,6. Ну, видишь, у меня второй этаж как бы уходит и нагревает еще это. Ну, сам этот, как его, блядь. Ну, солнце нагревает сам этот. Не чердак, а... Через окна? Не чердак, а сам этот. Ну, как по-русски? Технический этаж. Ну, чердак, короче. Да-да-да-да. Меня-то днем нету, бля, некому, типа, ну, открыть окна там. Я когда домой пришел, сразу все окна открыл, чтобы, ну, какой-то сквозняк был, ну. А так вообще было пиздец, блядь. У нас отопление фигачит, блядь. У меня отопление плюс моя печка радионовская, хорошее тепло выдаёт. Читай 80 градусов, блин, в нагрузке. Нормально. У меня Ташкент. Хорошо, хоть продуваемость корпуса хорошая. Быстро едем, половина... 9 у меня еще 380 километров всего лишь. Давай, может, скинем 90? Давай. 90. Каспер, скидай. Приедем рано сюда. Стрижка аккуратно. Много. Mm-hmm. Это же очень много, бля. Откуда у вас? Да, чтобы они не поворачивали. Откуда? Они поворачивают. Ну, нас пропускают. Я, блядь, испугался, я обосрался.
Мати Господня. Ёб твою мать, сколько ж там едет этих амигос. Какие-то экстимы эти. У них, по-моему, совместные конвой там. Потому что пару есть другие, ну, табы. Разноцветные какие-то они. А-а-а. Красные, синие, зеленые. Под нас косит, сука. О, блядь, еще их тут, блядь, охранишь. Они исчезли. Не, там цепляют таб, там сзади их. Да-да. Удачного конвоя, пацаны. Спасибо, спасибо за имя. Потеряшка. Сразу видно. А может из-за платки? Это мы так проходим их. Может. Блин. Вот это сюрприз. Главное, в открытый шлагбаум врезался в воздух. И я. Ну, походу, тут не пускают этот. Сволочи. Ну, я так еду спокойно, без проблем. Я еще вторую камеру включил, думаю, блядь, насколько там далеко от еды. Близко был? Нормально. Ничего не повредилось. Скорость маленькая была. Стрижка аккуратно.
Вот этот самый главный отсталый. О, точно. А он пьяный какой-то, пьяный Ло, что там хрен не видно дальше. Лодочник. Догоняй своих там. Пьяный лодочник. О, студент, бля. А, это бесполезно, мне кажется. Теретаж, он тоже вчера тренировался заходить в игру. Он что есть? Ты знаешь, их вот ты суслика видишь, нет, и я нет, а он есть. Ну, типа такого у нас студент. О, наконец-то солнце ушло, блядь. О. У нас уже ночь без 29. Ну, 18:41, ну да. Так подожди, Англия что, переводит часы? Ну да. А пишешь на конвой по моими, ну, по, ну, было 4, сейчас выходят по 5. Май... 5, да. Ну вообще зашибенно. Я вообще-то думал, что Гринвич не должен менять время. Не-не, они тоже меняют. Ну да, вообще там же нулевой этот меридиан идет. Странно, что-то не меняют. Хер знает. Если на работу как бы... Да, мы перевели на субботу-воскресенье, получается. Ну телефон сам переводил. И... Такой, блядь, просыпаюсь, могу понять, что-то как-то очень светло, понимаешь, блядь? Ну, что за бред, блядь? Ну, проспал, блядь. Да, думаю, что за хуйня? Нет, блядь. Да, в воскресенье тоже я пошел поработать. Там 3 часа получилось поработать. Хоть что-то. Овертайм платится 13.95. Обычно сколько платят? 9.92. Так нормально. Да, вот единственное, что эти выходные как бы очень редко попадаются. Ну и как сам понимаешь, не полная смена, блядь. Пришел там, блядь, грубо говоря, подрочил и пошел домой, блядь. Главное, не спешить, а то тебя отпустят еще раньше. Ну да, растягивает работу, ну, да, чтобы побольше по часам было. Высокооплачиваемый анонизм. Да-да-да. Потом уже... Бешеные деньги. Потом уже менеджер сам подходит, говорит, ну и там что, долго еще? Я тоже как бы семья, домой хочу, как бы выходные. Я уже хотел сказать, блядь, 13 фунтиков в час, думаю, никуда не буду идти, блядь. Не спешу, да, никуда. Да, да, да. Если я такое скажу, то нахуй мне тут сразу уволят. Скажет, вон двери, вон нахуй. Да, да, да. Сильно дорогое твое удовольствие, блядь. Да-да. Блять, вот чтобы у нас такая зарплата. Даже сколько, подожди, ты в обычное время получаешь? Ну, считай, 10, 9.90. Да. Чтобы я получал 10 фунтов в час, наверное, был бы богатым человеком в Украине. Это да. Ну, тоже, считай, не полных 8 часов выходит, а 7 часов. Будто, ну, час обед еще, считай. Ну, как бы не оплачиваем. Сколько это? 10 фунтов, блин, подожди, 10 на 70 фунтов за день.
Ну, 70 фунтов. Хорошо, подожди. А. 70 фунтов, 70. А курс сейчас на фунт, наверное, гривен 35 примерно. Да. Рублей российских 1 фунт. А, 38-40. Ну, 38, да, гривен 1 фунт. 38 на 7. Это ж будет 70 фунтов, оно переведено. Да, ёпты, мать, это моя, блин, четырёхдневная зарплата, блин, грубо говоря, блин. За один день, да? За один день, да. Нихуя. Один к четырём получается. Даже не один к четырём, а даже пятинедельная зарплата, пятидневная зарплата выходит. У меня выходит примерно где-то от 400-500 гривен в день. Ну, это так, в среднем, плюс-минус. Да, прикинь, ты неделю работаешь, а он один день. Эта зарплата у тебя выходит, если бы у меня такая зарплата была, то это бы вышло 53 760 гривен в месяц. Это, блин, ну это очень круто было. Два косаря, что ли? Да, вот два косаря долларов, грубо говоря. Нихуя. Да. Вот это поворот. Да мне хотя бы получать херзный косарь, я на косарь согласен. Мне уже больше мне этого хватит. Не, ну тут тоже, блядь, эти налоги, вот всякая хрень такая выходит. Ну да, это я знаю, понимаешь, считать, как говорится, те деньги, что у вас и что у нас, да. Это смысла нету. Просто так, знаешь, помечтать не вредно. Да-да-да. Да, у меня еще этот такс-код поменялся, так что я еще больше плачу теперь. Ну, каждый год, типа, повышается. Налоги повышают. Да. Пока у меня не стукнет 5 или 6 лет, тогда они его возвращают обратно, мой старый, типа. Короче, понятно. Груз доставлен. Это, типа, как, блядь, статус получить, что ты, типа, тут, блядь, уже все работаешь и... Всё. Чтобы поменялся статус гастарбайтера на постоянный. Да. Я, если хочу сейчас, допустим, паспорт английский, мне еще ждать еще 6 лет надо. Тогда я могу на паспорт давать. Пробую закрывать конвои. Конвой закрыт. Прекрасно. Что это он тут пишет, приехал? Он штрафы там какие-то получил. Сейчас я сделаю третий тогда. Я третий сделаю 20.00, отправление в 20.05. В смысле 20.05? А сейчас который час? Ой, 21 и 21.05. Так. Ну давай. Будапешт. Угу. Будапешт, база Кафар. Финиш, Магденбург.
Co kurva robíš? Tady zkrav. Zkrav, tady zkonu jen. Já, kasir. No, jsi přesam rěna. Груз зацеплен. Удачной дороги. Короче, перекур пока, потому что открывать надо будет в 9, да? Да. Перекур.
Я тут. Блядь. Говорю, не блякай. А. Конвой открыт. Молодец. Сейчас бы холодненького пиваса, блять, завтра на работу не могу. Губа не репне. Да. А я думаю, что да. Так, я пошел. Куда ты пошел? А, за холодненьким пивасом? А я ухожу на кухню. А. Ты уже открывался? Да. Звичайно. Хорошо, так. Сейчас, одну минуту. Я готов. Погнали. Круизом поедем. У нас 970 километров. Ого, сотку можно ехать смело. Понял. Койот едет спереди. Как было, аглы? Блядь, по-русски, не помню, да. Противный? Нет, что там такое было? Там уже рассказываешь. Как будет на русском аглый койот? Ну койот это понятно, а аглый как по-русски? Злой койот. Нет, это другое будет. Ну, аглый это злой или тэшдэй. Агрессивный, злой. Сердитый. Не, сердитый вроде нет. Не-не-не. Вроде аглый это вроде... Или уродливый. А, как вы там? Скажи, я скажу. Хищники, помнишь? You're да. Ugly, motherfucker. Да-да-да. Мерзкий. Что-то там такое. Мерзкий, да, что-то такого подобие. Линдусик сегодня работает. Свобода.
Ты так рассказываешь, начальник. Уже устал от нее. Не, ну хоть она на работе тара спокойно. Хоть не пишет. Ну, писала уже, ну, днем. А что делаю? Работаю, то мне что делать, да. А сколько дома будешь? Я говорю, в 4 часа. Чтобы мне не ехать сразу к ней. Ой, ну ладно. Но я уже в 5 типа начинаю работать. Я говорю, ну хуёво тебе тогда. Флаг тебе в руки, иди работай, да? Так, он по правилам едет, как-то его надо обогнать. Обгоняет, уже места хватает на магистрали. Но он как-то так виляет. Убедительно. Клавиатуре нарекает. Видите, World, по правилам, да? Тут 90, он может ехать смело. Ты уже так прижался в бордюру, да? Да, он что-то кошевой близковато берется. Человек плохо ориентируется по габаритам. Ну да, тоже такие бывают. Такая стоковая еще сканера вся у него. Без этих всех отвесов это все. Закат красивый. Облака такие, все нормально. Ну, конечно, в 1.40 там вообще крутяк. Хрустики попросыпались, блин. Это в смысле мотоциклисты? Ну, я под окном. Йоу, йоу. У нас тоже попросыпались. Полным ходом уже гасают по городу. Да, хрустики — это хорошее название. Каспер, а у вас хрустики водятся?
Да, есть. Тут их очень много. Даже зимой едут попы. Ёбнутые. Ну да. Сейчас, да, когда вот два дня потеплело, как бы с работы, ну, выхожу там. Чувак каждый день на спортбайке едет. Такой Yamaha Ninja какая-то. Kawasaki Ninja. Или Kawasaki Ninja. Такая, бля, ярко-зеленая. Kawasaki. Ну да. На выхлопе, бля, такой злой выхлоп, бля. Да, представляли-ка этих долбоебов за 2 километра слышно. Да. У нас такого нельзя, типа тут, ну тут в Англии, если ты ставишь выхлоп, прямую трубу, ты должен указать это, что у тебя там, типа, ну тюнинг какой-то. Прямо ток, да. Это вообще, блин, фигня. Особенно как вот эти, типа там, Subaru у нас, вот эти всякие Бэхи. Да-да-да. Всякие вот эти спорткары, так называемые. Он их поставит, блин, так и хочется, блин, поймать и ёбнуть. Больные люди, блин. У меня, я глушак на свои копейки поменял. У меня прогорели штаны. Ну, на глушителе. Поменял сначала штаны, а старый глушитель оставил. Ехала она вообще так тихо, что я даже движка не слышал. Потом, короче, глушак навернулся. Пришлось менять уже. Ну, глушак шел прямо током. То есть резонатора не было. То есть сразу колено, потом глушитель. Резонатора нету. Пришлось докупать, короче, уже комплектом брать резонатор и глушитель. Блин, поставил, стало еще круче. А старая труба как-то прямо током, она тише работала. Непривычный звук. Самого раздражает, когда сильно горчит машина. Ведро должно греметь. Давай не будем начинать ведро. Че так сразу ведро? Это же где-то же я прочитал. А я знаю. Про Жигули, блядь. Ведро. Ведро должно греметь. Да нормальное ведро, блядь, что вы хотите. Да если ухаживать, все же как бы заебись, она будет идти. Я говорю, если у нас ведут, как его, технические, ну, это талоны на техобслуживание. Ну, хотя мало вероятно, чтобы они довели. Техосмотр? Да, техосмотр. То, короче, эту тачку можно спокойно какому-нибудь американскому, ну, короче, в Америку какому-нибудь коллекционеру продавать. Или ставить в гараж, и чтобы она стояла как музейный раритет. Не сделают они, потому что вот сегодня я говорил с сотрудником, ну, с пацаном. Говорит, у нас не сделают из-за того техобслуживания, потому что мы платим налог с каждого литра бензина, мы платим, ну, я там не знаю, сколько это процентов, ну, если у нас, скажем, бензин стоит 27 гривен, то минимум 5 гривен мы платим налог с этого бензина на вот эти дороги и тому подобное. И они не ведут ТО, потому что если ТО, это делать надо раз там, в 2 года техобслуживания. И, соответственно, им не с чего будет брать налоги, потому что многие машины ТО не пройдут. А бензин-то надо продавать, налоги-то надо гребти, блин. Так что маловероятно, чтобы они ввели эту всю фигню, блин. Так что будут у нас эти раритетные тачки, еще ведра ездить долго и нудно, блин. Пока не распадутся в труху. Ну тут в Англии каждый год проходишь. Там проверяет тормоза, там подвеску проверяет, фары, ближние, дальние, задние там габариты, стопа какие-то. Ну это понятно. Плюс еще ж к этому проверяется ходовая, проверяется на грязные, ну вот эти, на вредные выхлопы и тому подобное. О, сосед на декабре прошлого года проходил,
Он с второго раза только прошел. Там косячок, там косячок. Поменял, короче, тормоза передние, ну, сюда там перебрали суппорта. Да, новой колодкой поставили. Все, прошел, да. Потому что я при ну там есть, я не знаю, как у вас, а раньше было так, что при, ну там не минимум 60 км в час резкое торможение замеряют, какой идет тормозной путь. Если больше допущенного, то уже ты не проходишь. Но он, как мне рассказывал сосед, он разогнался там, по-моему, 40 миль. Не знаю, сколько это будет километров. Ну, это примерно так само, как я говорю, 60 км в час. И, короче, резко по тормозам дал. Ну, на барабанах. И там мерится, ага. типа такая, ну, дигитально там показывает сколько. А он говорит... Да, вот как у нас, на катки заезжаешь специальные. Машина, ну, да, так опускается между двумя катками. Вот, и они включают компьютер и начинают разгонять колеса. И тебе говорят, плавно нажимая на тормоза. Ты смотришь на компьютере, там две такие полоски по краям поднимаются. И чтобы между ними процент был маленький, ну, разнос. Да. Разница маленькая, чтобы была. Все. И до полуостановки катков. И смотрят, какой сила нажатия там, ну, такой вот. Там смотрят, какая машина, вес там выставляют, все перед этим. У него была правая сторона, если не ошибаюсь, да, по-моему, правая. Я в феврале проходил техосмотр. А левая там тоже как-то, ну, если менять, тогда уже менять оба стороны. Ну, правильно надо делать, потому что может подклинивать правый суппорта, и при резком торможении машину вообще может понести вообще в ебеня куда-то. Короче, подчинил там, ехал, заехал. Да, второй, если не одновременно схватывает, то кинет по-любому. Подчинил, поехал обратно. Да, с первого раза прошел. И самому как-то надо. У меня лежат запасные новые суппорта, блин. Ну, можно, конечно, помурыжиться, можно поставить старые, взять, обслужить. Есть подозрение, что где-то какой-то один из цилиндров подклинивает. Ну, не знаю, куда. Ну, что это копейки на Жигули, наверное, то есть. Да? У меня новые суппорта лежат, блин, гараже, блин. Нульцевые. Напыльники просто надо будет поменять, потому что те уже трухлявые, ну, иссохлись просто. А так, поставь себе и все. Но с моей скоростью езды, по городу, в принципе, ну, так проверяю, тормоза бывает, ну, периодически на, ну, на разгон или резкое торможение, вроде бы как нормально. То есть я колодки поменял, задний там поменял, все поменял. Черт его знает, поживем, увидим. Ну все, когда в субботу или воскресенье менял колодки, то уже, и, короче, фиговые колодки попались, запасные были, где-то новые лежали, то они уже больше половины стерлись, передние колодки. То я поставил старые, там они какие-то, я не знаю, с чего они сделаны, но такого иначе как с мерным напылением каким-то. Они неубиваемые просто. Так оно диски съедают быстро. Да, диски. Так лучше уж колодки поменять, чем диски менять. У меня вот те старые колодки, они, блин, в труху. У меня колеса титаны тупо стали черными от этих колодок. Пришлось еле отмыл колеса. Ну, так это плохие, такого не должно быть, это плохие просто колодки. Да, но те с напылением лучше не ставить, с металлической стружкой. Они съедают диски сильно. Выработка есть на дисках, ну сколько там, может... даже не знаю, ну чуть-чуть там, совсем чуть-чуть. При условии того, что машине уже 48 лет, я очень, ну, больше чем уверен, что там передние диски тормозные вообще в жизни не будут менять. Может, где-то полмиллиметра где-то есть выработка. Нифига себе, вы даете. Вообще что, не ездите или не тормозите? Не, ну что тормозим, но экстренного торможения у меня еще, ну, может, пару раз было, а так, то в принципе. Я езжу в среднем материале. Ну, в машинах современных, ну, металл другой, конечно, может быть такой, как там. Но обычно передние тысяч где-то на 70-80 хватает. Ну, задние где-то на 100 тысяч. То есть передние где-то выхаживают 3 комплекта, например, колодок, а задние 4, а то и 5 комплектов.
У меня проблема сейчас с задними. Я менял новые, ставил новые колодки назад, плюс менял цилиндр. Ну, цилиндры взял, вот эти, что разжимают колодки. Да, итальянские взял, оригинальные, все хорошие. Разобрал, короче, красил сам барабан в красный цвет, ну, наружку. Нормально, пойдет. Так этот, внутри как будто бы, знаешь, попал на камень где-то и прогрызла такую канавку, блин, в самом этом. Между барабаном попало и все, съедает. Да, вот теперь надо будет как-то потом по свободе, блин, попробовать как-то расточить их или аккуратно счесать вот эту бровку, блин, чтобы не было вот этого трения сильного на колодке. Купи новый барабан, поставил, да и забыл. Можно. По $10 барабан. Надо посмотреть, я просто не стыкался еще с этим. Надо будет глянуть, что почем. Пацаны, пропустите. О, это ж хохлы едут, может, нет? Хохлы. Сворачивать. Карго экспресс ники. Дорога открывается. Они, наверное, на другом канале. Сейчас, ребят, пропустим. Только что ответил, да, блядь. Ну тормоз, блядь. Дякую. Нет, на 19-м их нету. И вам не хворати. Взаємно вам тоже. Взаємно. Аж мне слышно их на станции. Щасливої вам дороги. Ох. Вам також. Дебил, блядь, куда он едет, нахуй? Противоположная сторона. А ему налево надо просто. А если бы этот наш скилловый парень бы записал? Да, пофиг ему. Я пишу, отправляю репорта, когда кто-то надо. Касается нашей колонны, остальным не похуй. Ну, да, хоть задом пускай ездит. Да. Главное, чтобы нам никто не мешал, блин. О, поезд. Да, главное, чтобы не мешал спокойно кататься конвоем.
Пришла кошка на руки.
вот интересно, как Витя Северл сейчас играет вообще? Если 1.40, еще мультиплеера нету. Значит, 37, вот как мы здесь катаем, так и они там. Ну так они что, внешку возят? А, они же могут возить прямые перевозки, ж правильно? Да, прямые везут, просто ну, соблюдают правила, да и все. Я понял. А я просто эти, ну, обычные грузы не возил, всегда внешку. Подожди, так тракер сам тоже не принимает прямые, только внешку. Почему я контракты вожу? Да, я контракты вожу что на Америке, что там у меня 1.40. Что там прямые не принимают. Ага. Слушай, а что ты сдаешь скриншотом сейчас? А в скриншоте должно быть, ну, доставки эти внешние. И в правилах было написано, что никаких прямых, только внешка. Так я вот думаю, что это за прикол. Да я не знаю, как это, подожди, происходит. Да не, есть там по-любому прямые перевозки в виде сервера. Есть так же самое перевозки. Ой, есть. Ну, так а как ты издашь? Нет, так они же свой клиент. Так же самое, да. А, ну да, свой клиент, а тракерсы просто не принимают они эти прямые, да и все. А их не клиент, наверное, принимает. Ты же все равно по правилам едешь. Так и у нас тракер СМП ничего не принимает, по сути, это дело. Да. Только внешки принимает, и все. А так это мы возим чисто на ВТК панель, как говорится. Да. Внешки берешь у Trackers NP? Нет, внешки ты берешь у World of Tracks. Ой, World of Tracks, то есть. Да, так как они еще не починили, все, просто-напросто Trackers NP не видит внешки World of Tracks. Ну да. У меня один вопрос теперь появился. Если обновляется, ну, обновилась игра на 1.40, обновится тракер СМП, будем катать онлайне, черт с ним. Смотри, в этом, в Америке лайтбар только есть у Volvo. На Европе мы можем поставить на любую машину лайтбар. Будет ли свет ли ярче? Вот это меня интересует. Не, тут лайтбар до сраки, я ж тебе говорил. Я пробовал. Навешай лампочек, все равно ярче не будет свет. Да, ну он как бы светлее немножко перед тобой, но далеко все равно ни черта не видно. Я понял. Я пробовал на Вольве кататься. Никакой себе не нашел с простыми машинами. Просто сейчас вот, ну так как в одиночке, так я поставил мод на LED-фары. То есть LED, во всех машинах у меня поменялся свет на LED, ну, светодиоды. И свет намного лучше стал. Намного лучше. И ярче, и дальше. Ну, я понял. У меня этот мод где-то есть, кстати. А сейчас в Steam есть свежий мод. Нормально. Вот я поставил. Нормально, помогает. Но потом же, когда в мультик, ты уже работать не будет. Вот и все. Ну да. Что не сделать в этом, в игре подсветку внутренней кабины, блин. Ну, чтобы определенный цвет можно себе было выставить, чтобы подсветка была. Ты про Америку, да? Да, да, да. Тут-то понятно, тут-то все поставил, эти, блин, скажи, я скажу, тюнинг-паки, блин. Ну, да, подсветка есть.
поставил дальше. Да, а спальники, вот в Америке нету подсветки, едешь вроде хочется посмотреть, так знаешь, покрутить головой, темно, негр в жопе ночью. Негр в жопе. Не слышал ты этого? Это ж старая хрень уже. У них там вообще слово негр, блин, негр, блин, сказать при негра страшно, могут убить их. Да не, как бы можно, ну, блядь. Да как, там негеры, блин. Как какой попадется. Ну, вообще, в Америке, знаешь, что... Ну, Америка, да. Не очень любят это слово. Чернокожие друзья. В Америке есть, не помню, какой именно штат, какой регион. Этот, короче, где большая часть населения это чернокожие. И вот смотрела канал в Ютубе, там муж с женой ездят вместе. Груз доставлен. Скажи, на Амазон. Короче, раз они заехали в этот, ну, проезжали через этот штат, им надо было, ну, встать на отстойник. Паша, зашли в этот, ну, душевую там, короче, типа бар, ну не бар, а кафе или что-то там, ресторан. На них так смотрели, блин, они, как же нам так стало аж не по себе, блин, такое впечатление, что нас хотели разорвать, блин. Там, то есть, белых очень сильно не любят в этом штате. У нас негров любят, так же и у них белых, синегритянский штат. Давай пробуй закрыть, добьет, не добьет. Сейчас попробую. Конвой закрыт. Неплохо, спасибо. Даже прописываться не пришлось. Но. Я ушел. Все, давайте. Рассасываемся. Давайте до завтра. Если получится, приду. Посмотрим. Давай. Все, давайте, хлопцы. Пока.